Итак, всех приветствую. Наконец-то у нас последняя, третья побочная операция. Конечно же, это будет операция «Пылкий воин». Задействуйте один или более бойцов авангарда. Ваши бойцы восстанавливают 2 очка действия за ход. Неплохо. Только у нас нет свободных бойцов авангарда. Вот в чем дело. Боец авангарда, разведчик, тяжелая пехота, снайпер, боец поддержки, разведчик. Да, у нас нет бойца авангарда. Тяжелая пехота. Да, вот здесь есть боец авангарда, отлично. Фантом Пейн, блин. Так, где тут боец авангарда? Вот он. Она, судя по всему. Кристина Морозкий. Ну, давайте эту Морозку возьмем. Раскачаем сейчас ее под себя. Заодно его качнем. Так. Боец делает выстрел. При попадании действие врага прерывается, и он лишается всех положительных эффектов. Не действует на боссов. Такое себе. Действие в зоне поражения выбранного оружия, боец получает плюс 25 вероятности крита. Не совсем понимаю, о чем это. Действие в зоне поражения выбранного оружия, что? Союзники в радиусе получают пиявку на этот ход. Пиявка восстанавливает здоровье в зависимости от нанесенного урона. Так, враги, в которых стреляет этот боец, получают эффект ослабления. Цель пытается атаковать этого бойца в свой следующий ход. Ага. Блин, а я не знаю, что хочу. Но вот эту пассивку я по-любому возьму. Боевой клич пиявки. Боевой клич пиявки. Возьму я, наверное, вот эту пассивку и потянусь в эту ветку. Уж больно она мне нужна. Хотя вот с одной стороны яростный выстрел мне нахер не нужен. Может, я его вообще потом перекачаю. Все, пока так оставляем. Так, тебя. Что мы из тебя будем делать? Так, устрашение обязательно берем, оно нам пригодится. Сокращение ребута штыковой атаки обязательно. Так, убив врага штыковой атакой, получает прирост урона. Убив врага штыковой атакой, получает действие. Так, увеличивает урон. Так, подрыв дисциплины. Боец делает выстрел. При попадании действия врага прерывается. Но возьмем. Так, а это чем лучше? Враги на расстоянии 10 метров теряют укрытие. Убив врага штыковой атакой, этот боец сокращает восстановление всех навыков на один ход. Отлично. Все враги в радиусе 5 метров получают состояние оборона прорвана. Союзники, тяжело ранившие или убившие врага, в этом состоянии получают одну очку действия. Неплохо, неплохо. Убив врага штыковой атакой, этот боец снижает меткость всех врагов в радиусе. Дофига какой. Отлично. Вот это бы мне взять, конечно. Пиявочку. Но возьму устрашение, оно нам объективно полезнее будет. Так что все, можно отправляться на операцию. У нас есть наконец-таки еще один боец авангарда. Снайпера обязательно нашего берем, который давно уже засиделся. Ну и двух медиков на сдачу. Все, погнали. Граната, граната, граната.
А, я забыл ей шлем выдать. Нет. Готовы к разминке? Мы ищем новое снаряжение, но личинки патрулируют в небе. Добегите до ящиков со снаряжением, пока на них не сбросили бомбы. Тут немацисты, скорее хватайте ящики. Немачишки. Два. Два. Опа, а чё так мало? Неожиданно. Я чем ходить и воевать-то должен? Я не совсем это думал, что нас ожидает, когда мы начнем проходить. Я думал, что сверху еще по 2 очка, а вот этот-то это жесть, 2 очка очень мало. Посмотрим, как быстро она будет двигаться. Очень быстро. Vanguard here. У меня нет лучшей идеи, кроме как хоть куда-то заныкаться. Они сюда вряд ли пойдут, потому что их это нахлобучит только в путь. Так, вот этого я, товарищи, не приметил вообще. Вам хана, друзья мои. Ух, блинский. У нас, походу, минус будет. Точно будет минус. Давайте переиграем. Пока далеко мы не ушли в этом абсурде. Ready for a workout? We need new gear, but the grubs are patrolling the skies. Run for those equipment cases and stay ahead of the bombs. Before this whole area gets leveled. Let's get this done. Roger that. Yep. Сразу будем двигаться сюда. Она очень быстро двигается за нами. Даже не знаю, что тут вообще делать можно. Тут повоевать-то нормально нельзя. Ох, долбанет по нам вот эта козлина и кого-нибудь в зону поражения отбросит, а? Чует мое сырденько. Ладно, посмотрим, что получится. Кого ты выбьешь из укрытия у нас? Вот этот жалко не доходит, но он, видимо, поумнее вот этих дебилов. И у него ход на выстрел остается как раз таки. Хорошо, не выбросило нас туда. А вот этот может нам нафаршмачить, конечно.
Ух, ё. Let's make it happen. Не достает ни в какую. Этим ханам, на них я уже даже внимания не обращаю. Мало-то можешь сходить. Ну беги сюда хотя бы. А он не унывает. Живые. Ух, ё. Ну слушайте, по-моему, это задание непроходимое ни хрена. Это безумие. Да блин, неужели я никак не подниму эту коробку? Меня заденет. Я потеряю солдатика. Попробуем по-другому. Я встану сюда. Нет, я не достаю. Какая боль. Мазила. Блять, вот это все плохо, конечно, очень. Охереть. Я не знаю, что тут с двумя ходами вообще делать. Эта штука слишком быстро двигается. Совсем забыл про то, что это, я стою в наблюдении, но нам повезло очень. Hey. Может, гранату не будем тратить?
62. Заебись. Не потратили гранату. Эй! Фух, я уж испугался, что он там останется. Support on standby. Не знаю, как я снайпера буду вытаскивать. Этот в теории должен выжить, конечно. Понятно, пиздец. По этим двоим бомбанет, и все. Мы не вытащили уровень. Понятно. 2 очка, ну это ж, что мне с ними делать вообще, я не представляю. Очень сложно. I read you. Here I come. Gotcha. Так, uh-huh. Они там все безумно напуганы. Неплохо, конечно. Снайпер here. Штык бы, конечно, нам еще один очень не помешал. Ну, надеюсь, ты его замочишь вот так. Хотя можно сделать вот так. Посмотрим, что получится. Блин, он мне действие сейчас собьет. Вот ему вот прям стрельнуть туда и все. Блин, забыл про этих уродов. А? Класс. Ход получим. Живые, живые. Охуеть. Начали разваливать нас. Так. I read you. Hanging on by a thread here. Допустим. Нам не хватит ходов выбежать отсюда. Никак.
Ну, ладно, повезло. Снайпер here. Так, куда тебя? Давай сюда. Сиди рядом с ним. Тебя сюда. Классно. Этого пилим. Ящичек, прощай. Vanguard reporting in. Taking position. Ну и что мне вот сделать с тобой, чтобы завалить тебя? I'm listening. Так, вывели всех. Ну хорошо. Я не знаю, это вот лучшее, что я могу предложить в данной ситуации. Нам нужно его как-то завалить, наверное. А он дурак, его сейчас размажет нахер. Эх, ящик хана. Пристальным огнем двигаемся, конечно, огребаем только в путь. И вот мне бы сейчас очень не помешало сохранение, потому что это жирные достаточно противники. И сейчас опять меня накроет, да? Такс. Часть проблем мы, возможно, так решим. Дунама. Ладно, отправим тебя туда, но скорее всего ты там же и ляжешь. Так, допустим, я ее ставлю вот сюда. Допустим. Гранату она кидать не может, но она может дать одно очко. Вот, например, сюда. Give him hell. Awaiting orders. Соответственно, мы спасем и ее. On my way. Удары от этих товарищей придется потерпеть, но мы зато избавимся вот здесь почти от всех. Тихо, как-то можно.
Да бля. Блин, избавиться от этого крикуна, что ли? Избавимся от крикуна. Блин, вот сейчас и добьют эти твари ее, а. Ах, и откинет нас сейчас будет здоров, как назад, да? Ready for a workout? We need new gear, but the grubs are patrolling the skies. Run for those equipment cases and stay ahead of the boss. Заебись с самого начала. Я уж не помню, что я тут с ними делал. Ну, допустим. Помню, что пилить начинал, но в каком порядке и кем. And stay down. Vanguard here. I'm coming for you. Gotcha. Hostile down. Outgoing frag. Sniper on standby. Moving out. Далеко очень находится, что не очень хорошо. Отлично. Ох, сейчас бы нас не откинули только назад. Пиздос. Живем. Не живем. Блять. Два раненых, да вы гоните, а? Я не вывезу, блин. У меня в прошлый раз тоже было два раненых, но они были хотя бы это. Рядом с живыми бойцами, а тут что-то прям совсем безнадега. Let's get this done. Support here. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Так они могут ползать и это. И это не считается как передвижение. Вот этого момента я не знал. Understood. One dead grub. Go ahead. Yo, I'm bleeding out. Так, тебя нужно вывести однозначно. Вставай. И думаем теперь. Moving. Ты сюда. Ты сюда, еще и сундук взяли. Good kill. Good kill, говорит, понятно. Let's kick some ass.
Но видно, что у снайпера все закончилось. А сейчас эти товарищи могут вообще в другом месте высадиться. Wilco. Standing by. Чё ты не дотягиваешься, серьезно? Конечно, еще очень плохо, что гранатки мы это все потратили. Ну как, осталось еще, но хотелось бы побольше. Да блин, здесь уже два считается, а. И... как же плохо-то. Ага. On my way. Попробую хитростью взять. Ну блин, если на этого побегу, он огрызаться будет мне на атаку. Support here. Awaiting order. You got it. Ну, давай хотя бы так. Боец делает выстрел, получает максимум очков действия. Боец делает, получает 2 очка действия. Ну уж постарайся. 2 очка есть, отлично. Забыл про это замечательное умение. Ага. И не видит его, а? Да что ж такое? Your history. Moving out. Go ahead. Он мне ходы собьет, сучара. Десять мало. Что мы можем сделать? Ну, перезарядиться, потому что он один фиг больше не сходит. Атаку нас задел. Хотя бы на следующий уровень будет. На следующий ход. Lock and load. С пистолетом не вижу смысла вставать. On overwatch. Хотя можно было пройти дальше просто. Мазила, а. Твою мать. О, так тебе пиздец, походу. Живая, живая. Ага. Че, до него там не достало? Повезло ему. Так, вышли из зоны поражения. Как, блин, обидно-то. Так, сейчас подумаем, как сделать. Ready. Orders. Да ладно, вот-вот прям впритык вообще, а. Ну... по-видимому, выбора нет, придется рискнуть.
Этот нам вообще всю портит. Вот-вот-вот. Не спилило его, жалко, конечно. Очень-очень жалко. И вот от этой единички, блин, никуда не убежать. Ну давай попробуем, может получится. Все ходы не очень, вот прям все поголовно не очень. Два очка действия осталось, прекрасно. Все, про него тогда забываем. Отлично, здесь меня не достанут. Так. Допустим. Кого-нибудь-то он не снесет, вот ее может снести, что очень обидно. Автосохранения давно не было. На штык не посадить никак. Откинет на раз-два вообще. Ладно, попробуем. Got it. Okay. Прям, ну вот еще бы капельку и все бы удалось. Посмотрим, что учинит эта собака. Мы живые. Только не добивай, пожалуйста, столько переигрывать. Ой, дурак, ой, дурак. Ой, вы что, дебилы? Идиоты. Феерические идиоты. Так, хрен с ним. Думаем, нам нужен еще один ящик. Вот что самое-то обидное. Останемся здесь, помрем. Без ящика проиграем. Да, вы, блядь, серьезно, что ли? Сделаем рискованный кульбит. Выведем снайпера. Но... И что дальше? Вот это может погибнуть. Хотя нет, не погибнет. Оставим на убой.
выведем снайпера, потому что он дальше всех там находится. Мы его просто можем не отличить вовремя. Точно снайпер выживает. Все, и сейчас мы должны спастись одним ходом. Что фактически жесть, как тяжело. Нормально. Нормально, спасем сейчас. Пам. Так. Используем читерство. Не побеждаем. О, офигеть. Очень тяжелое задание, но напряженное, в связи с чем и очень интересное. Офигеть. Просто по пятам у нас эти бомбы летели. Карали нас как не в себя. Дальность, минус один дальность перемещения, критический урон. Не хватило, однако. Смотрим. Бонус к меткости. Неплохо. Сделав выстрел, этот боец с вероятностью еще может выстрелить. Это фигня. Не особо такое. Стреляя по цели, которая находится ниже, понятно. Было такое уже. Бонус к меткости. Ясно. Фух. Дальше у нас сюжетная операция, которую мы начнем уже в следующей серии. А на этом мы закончим. Я благодарю всех за просмотр. Всем до встречи. Пока-пока.